Наверное, единственное, что могло бы заставить здесь, в Москве, в холодную погоду мне давать интервью, это Тофик Алексеевич Кули. Потому что он глубоко мне симпатичен как человек. Я знаю, что когда-то он дружил с моим отцом. А потом вот любовь моего отца перешла и ко мне. Это высокоинтеллигентный, благородный, добрый человек. Ну и, конечно же, прекрасный композитор. Композитор, я бы сказал, солнечный. Потому что даже какие-то грустные его песни, они все равно овеяны светом, возвышенностью. Песни Тофика Кулиева я знаю с детства и очень их люблю. Некоторые из них даже пою. Почему некоторые? Я бы с удовольствием спел бы, конечно, все песни Тофика Кулиева, но у него был такой прекрасный первый исполнитель, интерпретатор Рашид Меджидович Бейбутов, и мне кажется, что после него трудно кому-либо взяться за песни Тофика Кулиева.